смотрели, говори, пойдем. Вот смотри, давай. Здравствуйте. Что ты смотришь? Ты на видео сняла? Я устала, капец, очень. Салам от Словаки. Брюма или икил? А, хорошо. 150 сом. Джиз Эйлю сом. Еще один? Нет, вот такие. Мармеладки? Да. Вот пакет. 100 грамм стоит 190 сом. Это халава мармелад. Поможешь? Минимально нужно на 190 сом взять. 200 сом, грубо говоря. Привет, здравствуйте. Короче. Давайте. Одну штучку добавьте на 10 сом, можно? Две. 400 будет сейчас. Бачка. Этот пари есть по 100 сом? Спроси у нее. Разменяй. 400 есть? Нет, давайте вот так, байки. Нет, да, иди сюда. Это вам. Все. В Шуро сходите. В Шуро можно разменять, да. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, сколько лет? Мне 20 лет. 400 и шар. Ой, не секрет. Где работаете? Я работаю в ТЦ. Ты это где сидишь? Я работаю в ТЦ. Ставится. Вот, а земля. Возможно. Что мне казалось? Нет, не хочу. Спасибо. Я вообще замуж не хочу пока. Так. Чем торгуете? У нас халава, мармелад, игрушки, шарики. Это бизнес моей сестры. Сама я учусь в медицинском, если вам так интересно.
Также у нас есть точка в Аларчо. Ясно. Интересно, конечно. Ну, вы задавайте вопрос, я постараюсь ответить на них. Очень всего, девушка, спасибо. Нет у меня? У меня нет размена. Да, конечно. Держись, это вам. Грамм 190. Нет, это цена. Это Турция мармелад. Нет, это не ташрабат, успокойтесь. 157. Не кричите, не кричите. Какая разница, какой это тут цвет? Это не глаза. Нет, это не глаза. Вы ошибаетесь. Значит, вы плохо знаете этот цвет. Нет. Это игрушка. Здравствуйте. Нет, спасибо, не хочу в гости. Мне дома хорошо. Нет, дурдоя. Ой, здравствуйте. Дурдоя, это хорошо. Дурдоя, блин, ну какая. Я с бишкеком. 16.